Для начала, друзья, будем работать с профильной трубой. У меня это остатки от разных проектов, она у меня долго лежит, и сегодня будем их пускать в дело. Сначала нарежу разные заготовки, длина тут определенная, индивидуальная, поэтому просто смотрим и наслаждаемся. Чтобы труба немножко была необычной, я выкатил свой станок, скажем, хоббийный станок для холодной ковки, и хочу немножко накатать узор. Далее, друзья, идут у нас сварочные работы. Я использую магнитные уголки, чтобы было все ровно и красиво. Пока металл покрашен и пусть он высыхает, мы переходим плавно в работу с деревом. Доску я буду использовать сухую строганную, она у меня в 20 мм, тоже остатки от строительства дома, поэтому сейчас напилю нужный размер, потом их склеим, все это выровняем, в общем, смотрим и наслаждаемся.
Итак, друзья, у нас получились прикроватные тумбочки своими руками. С имитацией холодной ковкой, как говорится, под лофт. Труба у меня, по сути, я ее покупал очень давно. Это остатки профильной трубы от разных проектов. Она у меня 15 на 15. Чтобы не царапать ламинат, друзья, я покрасил в черный цвет пластиковые заглушки от 20-й полипропиленовой трубы и одел их снизу. Таким образом, уже ложиться спать или сидя на кровати, смотря телевизор, всегда можно поставить кружечку чая, закинуть телефон, все будет под рукой, все удобно, красиво и, самое главное, сделано своими руками. Приятно на это смотреть. Поэтому, друзья, участвуйте в конкурсе, подписывайтесь на канал, ударьте в колокол, чтобы не пропускать следующие видео. Буду стараться вас радовать интересными видосами. Еще раз спасибо, всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока-пока.